И тем не менее, я постоянно занимаюсь тяжестями. Изредка делаю специальные упражнения, вот как сейчас, для того, чтобы растянуть вот эту вот часть. Сами упражнения занимают примерно около часа. Вес здесь 40 килограмм. А здесь вес на блоке 15 килограмм чистый вес. Упражнение следующее. Важно не раскачивать вес, иначе он будет биться. И пошел. Раскачался. Как раз растягивается вот эта вот часть, где имеются боли. То есть тем самым разблокируется вот этот вот участок тела, ну, по мере возможности. Порастягивалось, уже чувствуется совершенно иные ощущения в этой области поясничной. Важно организовать все дело, наладить очередность упражнений, войти все это в ритм, и тогда будет все как надо. Спину растянули, теперь надо поставить штангу сюда, поэтому подстрахуемся ремнем.
подходика 2-3, то что надо. Как раз коленочки, с коленками проблемы у многих. Вес небольшой, повторений много. Для чего? Нагрузки на сустав не идет никакой, работают только мышцы. Все идет как бы на растяжение. Главное наполнить коленный сустав кровью, то есть прокачать его кровью. Начинает наливаться, гореть. Это именно та нагрузка, которая нужна, которая вызывает лечебно-оздоровительный эффект и плюс способствует росту мышц. Занимаюсь, как видите, я один. Я привык заниматься одному, никто не мешает. Мотивации мне не надо, у меня ее достаточно. И поехали. И еще один, это будет очень хорошо. Последние годы моих тренировок я уже стал приседать на разы со штангой 220-230 килограммов. Приседал примерно по 5-6 раз. Где-то так. Отлично. То есть это два упражнения, спина и ноги, которые желательно бы делать в первую очередь для того, чтобы ты чувствовал себя здоровым. А вот все остальное там на руки, на грудь, это уже дань эстетики. Хочешь ты выглядеть, чтобы у тебя бивни были побольше. И прочее, прочее. Разминаемся. Тренинг хорош постоянством. Бивнерезы. Карточка любого мужика. Здесь примерно 37-38 килограммов. Четверю. За шестерых. Последний подход для успокоения.
То есть существует понятие как разминка. И есть такое слово заминка. Сбросим нагрузку с бивнерезом. Отлично. Так, теперь у нас идет жим гантелей. Сидя. Сейчас буду делать упражнения на фоне моря. Отжимания на брусьях. Это упражнение мне слабо давалось. И вот сейчас я так чувствую, более-менее у меня получается. Джим лежа. Вот в этом упражнении я уже, будучи мастером спорта, не особо преуспевал. Потом, занявшись отдельно им, мне удалось со 140 килограмм поднять свой результат до 180. И вот сейчас, ну, думаю, пожму, разболелись плечи, локти и все, так сказать, мои мечтания преуспеть в жиме лежа для себя, так хотя бы там за соточку тренироваться. Потерпели неудачу. Сейчас более-менее что-то тут отходит. И я продолжаю. Вес 40 килограммов. Разминка. Да. В этом возрасте важно себя поддерживать, а не результаты. Фу. Я жму не на полную амплитуду, потому что на полной амплитуде начинается увеличивается нагрузка на суставы и начинают их разламывать. Поэтому такая нагрузка, которая их не ломает. Опускаешься, как пружина, сжалась, дальше нету хода. И опа! Стреляешь. Если бы меня не ограничивал левый плечевой сустав, то бы я жал, конечно, побольше. И, возможно, амплитуда была бы.
гораздо длиннее и полнее. Так, теперь идет заминка. На весе 60 килограмм. Отлично. Теперь всех и всегда губит лень. Я делал обычно еще разок на руки. Бицепс, трицепс. Ну, вообще-то нагрузка на трицепсы и руки большая. А вот на живот не делал. Поэтому сейчас буду на живот делать. И тут надо нацепить больше вес. Подходика 3 как раз я делаю для того, чтобы растянуть весь позвоночный столб. И поехали. Теперь глянем на себя.